Наша компания развивает многие виды спорта и является участниками российских чемпионатов и международных чемпионатов, в частности, спортивно-технический клуб «Ямбур». В целом штука интересная, что-то новое для нас, это надо отточить просто, чтобы ты автоматом нырял. И тогда можно, наверное, даже на соревнования по этому ехать. Развитие вестибулярного аппарата, это укрепление всех групп мышц, тяжелое направление. Наши спортсмены большие молодцы, потому что у них с первого раза получается управлять этим оборудованием.